Универмаг — это какой-то кошмар просто. Что у нас тут? А, понятно. Ничего. Так, у нас могут прийти оттуда. И могут прийти оттуда. Но мне, судя по всему, туда. Давайте так-то пойдем сюда. Тут у нас все перегорожено. Нашим легче. Манекены. Ненавижу манекенов. Не перевариваю. Так, мы что, на этаж ниже спустились в итоге? А донизу путь еще, конечно, долгий. Так, а где, кстати, там братюни-то тащили? Ага, в лифт. Блин, опять вздрогнул. Надо прекращать в наушниках играть. Спрыгнуть я, видимо, не могу. Придется идти в обход. Или все-таки спрыгивать. Что-то не вижу другого пути. А, кувалда. Блин, как я тебя не заметил. И чё мне кувалды теперь? Тихо. Тихо. Это откуда-то оттуда звук, по-моему, был. Давайте-ка проверим. Фу, блин. Сука. Уйди от меня. Получи. Надеюсь, тебе понравилось. Где там второй? Скотина прячется, как обычно. Так, давайте проверим. За спиной никого нету. Потому что очень не люблю я получать затылок. А вот он и сам к нам идет. Давай. Хапнул. Так, ну и что, эту дверь? Или что? Да, судя по всему, эту дверь. Так, в принципе, ориентироваться тут, конечно, несложно, но, блин, страшновато. Надеюсь, тут никто мне пендель волшебный не отвесит для ускорения. В метро, потому что мне очень не понравился этот прикол. Я, по-моему, больше всего шуганулся за последние месяцы. Даже больше, чем в тех моментах в доме кошмаров. Тихо. Тихо. И вроде бы, казалось бы, здесь никакой мистики. Просто психи, да что ты? Ой-ой-ой-ой. Этого не надо. Вроде бы, блин, никакой мистики, обычный триллер, но до чего, блин, страшная игра-то, а? Единственное, что здесь постоянно есть уверенность, что на тебя какая-то крокозябра не вылезет. А так, довольно, конечно, жутковатая игра. Но в пределах нормы все. Так, еще идет. Пистолет не хочешь взять? Блин, что бы я тут без шокера делал? Готов. Паскуда. Так, идем дальше. Сколько у нас в пистолете? Блин, где пистолет? Два патрона. Не, это не серьезно.
Так, и мы опустились, не опустились, опускаются пусть другие, мы спустились на самый низ. И тут бежит товарищ. Так, со спины вроде никто нас. Блин, да что ж ты. Подождем, пока он к нам подойдет. Тут еще с дробовиком что ли кто-то? Или то он с дробовиком? Да что ты, блин, не ту кнопку нажал. Ой. Тихо, тихо. Мать его, скотина. Так, пойдемте-ка быстро, пока никто не набежал. Не будем ничего исследовать, сходим за аптечкой. Очень неудачно у меня, конечно, получилось. Нажал кнопку достать предмет исследования вместо, собственно, электрошокера. И чуть не погиб в результате этой досадной оплошности. Ну, теперь маленько, конечно, поживее стало. И вернемся, посмотрим, сколько у него патронов в дробовике. Хотя кувалда мне, конечно, нравится. Еще бы она была побыстрее, вот было бы вообще отлично. Так, ну и что? Опять один патрон. Ни туда, ни сюда. Так, и что? Где нам тут? Следы выводят за двери. Туда, значит. Ну, конечно. Когда у нас что-то было просто. Всегда все идет через жопу. Так, тихо. Что там упало? Сверху кто-то скинул, что ли? Есть у меня такое подозрение, что мне вот в эту шахту лифта, ну, возможно, и сюда. Давайте в шахту сначала сбегаем. Да, тут ничего. Так, и что тут у нас? Опять эта психованная тварь. Ну, не та же самая, конечно. Но такая же неприятная. Ты одна, подружка? А нет. Вон твой мужчина мечты. Иди сюда. Сейчас мы тебе морду-то поправим. Смотри-ка, прячется, а? Ну чего шумные? Тихо, тихо, тихо. Без нервов. Молодец, бей его, бей. Все это было довольно-таки несложно. Я занял правильную позицию. Тактически грамотную. Зажался в угол. Так, что это за отдел? Какой-то отдел подарков, что ли? Это у нас... ага, нам, видимо, туда. Там чувак с огнестрелом был. Давайте не будем отсвечивать. Ну, нам придется туда идти, конечно. Это само собой напрашивающийся факт. Ну, я вижу там аптечку, так что, думаю, справимся как-нибудь. Давайте запишемся. Сейчас, как обычно, только запишусь, как чекпоинт будет. Ну, да ладно. Так, возьмем одну, вторую оставим. Тихо, 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 тихо. Скотина успела. Готов. Так, что у тебя в ружье? 4 патрона. Ну, пока хватит, еще потом с кувалды вернемся. Так, отлично. Жизнь прекрасна. Здоровье полное. Аптечек куча, вернее, патронов. Ну, не куча, но хватит. Если что, можно вот так, конечно. Так, и что это у меня со зрением стало? Цвета поблекли. Сейчас глюки очередные будут, что ли?
Ага. Что-то мне это Ух ты, блядь. Сука. Это даже... Я помню откуда. Ладно, нет слов. Тихо, тихо, тихо. Тихо, аккуратно. Бля, не хочу ничего знать. Твою дивизию, блядь, надо уходить отсюда. Чё там про дом кошмаров говорить? Чё, кто шепчет? Так, мне что, вниз, что ли? А если я не хочу вниз? Не люблю вниз. Так, ну патронов у меня, конечно, куча. Выходит, что мне только вниз остается. Так, обрез. С одним патроном. Смысл-то в нем. Блин, надо, похоже, прыгать вниз. Фу. Ну что ж. У дома кошмаров, конечно, появился достойный конкурент в плане манекенов. Причем теперь понятно, кто у кого спер эту идею. Но я хочу сказать, что в обеих играх реализовано это до усрачки страшно. И я думаю, этот момент закончился. Так, ну со здоровьем у меня порядок. Но запомним, что тут есть аптечка. Так, это что за подвалы такие? Так, тихо, тихо, тихо. Сюда, насколько я вижу, нужен топор, да? Да, нужен топор. Опять эта психованная дура. Блин, ну с манекенами я, конечно, срался. Хотя чего-то такого ожидал. Но, блин. Сколько же можно пугать-то так? Волочили туда. Туда и пойдем. Так, забьемся в угол и начнем тихонько всматриваться. Куда-то туда его перли. А, понятно. Блин, что-то не нравится мне это нагромождение досок. Так, тут след обрывается. Что это такое? Отпечатки, что ли? If I could, but this part of the department store is flooded. His trail ends here. It might be a long shot, but try using your gas spectrometer. Dead bodies start decaying immediately, producing hydrogen sulfide and traces of methane. If there's a body, you should be able to sniff it out. Так, ну нам, судя по всему, надо по запаху сейчас найти какое-то тело. Ой-ой, тихо. Тихо. Ты чё живучий-то такой? Ладно, хоть я тебя заметил. А то это было бы обосраться как неприятно. Так, вроде никто не бежит.
4-9.